Всем привет! Привет! А сегодня огород собираем. Мы будем работать сегодня на нашем маленьком огороде. Мы еще не все посадили, к нам приезжала бабушка с дедушкой и уже немножко там посадили лук, горох и чеснок. А мы сегодня будем с Максимом сажать помидоры, огурцы, зукини, баклажан, укроп и петрушку. А еще посадим еще немножко гороха, потому что Максим и папа у нас очень любят горох. Начинаем? Да. Максим мне будет помогать, мы уже приготовились и одели вот такие вот перчатки, чтобы не запачкать руки. Да? Максимчик, подноси мне огурчики, пожалуйста. Вот огурчики. Только ты смотри, у нас лук. Нужно со стороны обойти и брать, чтобы лук не поломать. Хорошо? Мы купили вот только три помидора. Вот лук. Желтые, красные и еще маленькие красненькие. Почему написано лук тоже? Это огурцы. Мы посадим тут только парочку помидоров, потому что папа с Максимом не очень помидоры любят, а мама любит. Я мне три люблю. Хватит. Я огурцов тоже. Посадим много. Я люблю это. Да? Да. Смотри, мама сейчас делает вот такие ямки, а ты мне будешь водичку сюда наливать. Да? Понятно. Ты набрал уже водички? Да. И тяжело тебе? Нет. Молодец, какой у меня хороший помощник. Давай я поливать буду. Давай. Поливаю. Давай, лей водичку сюда. Молодец, спасибо, хватит. Теперь другую. Молодец. Еще. Отлично, сюда еще добавь немножко водички. Смотри, Максимчик, сюда. Ну ты упал. Тоже нам не надо. Мы потом туда будем сажать другую рассаду, да? На, набирай, иди еще млеечку водички. Мама сейчас будет сажать, а ты сверху будешь поливать, чтобы у нас хорошо принялись наши помидоры. Да, я пошел водичку обнять. Давай. Сюда. Неси водичку! Молодец, давай. Садишь, мам? Посадила, мам? Да, уже один посадила, вот второй заканчиваю. Можешь тот первый уже поливать. Какой? Вот, самый первый. Вот. Нет, вот там вот, иди, проходи вперед. Много воды не набирай, чтобы тебе тяжело не было, хорошо? Я была внизу. Сюда? Да. Лей водичку, не жалей, чтобы хорошо у нас помидорчики принялись. Хорошо, их нужно каждый день поливать, да? Ну, сюда. Сейчас, одну секундочку. Давай, поливай. Так, прям на кухню туда, еще немножко больше. Да. Еще сюда долей. И на тот... Растите наши помидорчики на здоровечко, да? Так, дальше мы будем что продолжать? Огурчики садить. Потому да. Что у нас здесь специальное такое, папа придумал такой турничок, да? Еще помидоры. Где мы будем подвязывать их. Они будут высокие расти, мы будем подвязывать, чтобы они не падали. Так, теперь мы огурчики будем сажать. Я пошел водичку обивать. Давай. Поливать сейчас, одну секунду, маме нужно. Я уже пришла. Так, ставь пока, чтобы тяжело. И подноси мне огурчики, рассаду, пожалуйста. Где они? Вот там все стоят. Ищу. Нет, это горох, сынок. Мама попросила огурчик. Мам, огурчики, мам. Да, мне огурчики нужны. Огурчики бери. Вот это огурчик. Это ты что, не видишь горох? Горох, мам. Нам нет, горох сейчас не мне надо. Мне огурчики пока нужны. Да? Мне пока огурчики нужны. Где они? Вот они!
Огурчики там нарисованы, покажи. Огурчики. Нет, это перчик. Это огурчики, папа. Это перчик, перец нарисован. Это огурчики, мы перчики не покупали. Да? Это огурчики. Да. Давай мы одного вида, ну можно мама посмотрит? Так, мы такие, там одного вида. У меня мокрые. Вот такие мне. У меня мокрые. Мокрые, мы потом их постираем и посушим. Да. И будем еще пользоваться ими. Вот эти мне туда неси. Так, а эти потом. У нас тут пару видов огурцов. Есть такие маленькие, немножко побольше. Да? Вот, вот эти мне сейчас. Подарю. Мама! Ага, ух ты. Я получу. Какаш. Какой тебе теперь приносить? Голох мам приносить? Нет, я сначала огурчики хочу посадить. Я тебе водичкой солю. Мне нужно соливать другое. Вот сюда поливай водичку. Все, молодец. Дальше. Вот сюда. Так, немножко. И дальше вот сюда. Молодец. Дальше. Давай еще сюда. Я все, иду. Посадим. Я иду. А ты копай. Хорошо. Фиёлочки, поливай! Иди набирай водичку, мама делает вот такие лужи. А у меня еще есть! А, еще есть у тебя. Ну хорошо. Вон сюда вот. Давай есть. Мы сейчас распределим. Это я поставила, я еще не знаю, нам хватит здесь места, а то мы... У нас много рассады. Мы не знаю, нам хватит здесь места. Мы сейчас распределим. А потом будем смотреть, что куда добавить, хорошо? Да. Сюда можно? Сюда. Не поднимай, не поднимай. Ты можешь наливать водичку, там все готово. Мое можно? Немножко подсыпаю. Ты так наливай водичку, не волнуйся, так можно. Хорошо? Сейчас мама еще возьмет. Сейчас мы распределим. Нету водички. Я уже начну. Нету водички. Нет, водички. Нет водички. Вообще больше не трогай, хорошо? Финчик, неси мне вот эти кабачки, сынок. Мы сейчас кабачки будем садить. Зукини. Зукини, видишь? Дай, зайчик, я сделаю. Тут я знаю как, солнышко. А ты мне водички приноси, сынок. Давай мы тут посадим два. Зукини у нас будут расти. Я иду на огород. Пришел, мам. Пришел? Подожди еще. У нас зукини будут расти вкусно. Ты так мало водички принес? Или там еще есть? Да. Еще есть? Да. Нет. Мама. Что ж, ура! Я открыл! Ты открыл, но только видишь, что ты натворил? По мне. Вместо того, чтобы мы сажали, оно где-то высыпается еще. Максимчик, не делай шкоду, пожалуйста. Дождь идет, и хочется уже поскорее от дождика спрятаться. Он все равно высыпается, сынок. Так, дай мне, пожалуйста, где-то тут были... Вот эту коробку бросай. Везде осыпается, папа. А я ну, коробочки, хорошо. Я здесь, ты следующий, давай сюда. Ой, ты же на горох не наступай. Видишь, у нас здесь огород. Хорошо, здесь уже насыпал. Теперь сюда одну еще. О, стоп, теперь сюда. Красавчик. Еще бери. Кидай. Ой, я уже сюда одну закину. Вот, а ты дальше, давай.
Только что не ходи, потому что сошел горошек. Держи. Давай я уже сделаю. По чуть-чуть, сынок. Это все не надо кидать. Понемножку. Ой. Мы продолжаем тут сеять. А вам всем говорим спасибо за внимание. Спасибо и пока. За внимание, пока. Мы потом вам покажем, что у нас потом вырастет. Наш урожай покажем потом немножко покажем, позже. Покажем, когда он вырастет. Да. Всем пока. Спасибо за внимание. Пока.